10 лет назад здесь территория была огорожена, стоял забор, имелась охрана, стоял металлический ангар, внутри была вот эта вот шахта, и получается в центре нее находилось это металлическое яйцо, так скажем, вот эта вот капсула, да, внутри которой уже размещался контейнер. Все было ржавое, но было целое. Ни охраны, ни забора, ни иной сверхзащиты, что была еще 10 лет назад. Впервые о суперсекретном, недостроенном бомбоубежище под названием «Сфера» заговорили в 2010 году. Тогда его совершенно случайно обнаружили жители Заринска. Фотографии попали в сеть. Необычный объект заинтересовал городского исследователя Евгения Кученева. Предназначался как военный защищенный командный пункт для ракетных войск стратегического назначения. То есть он из себя представлял огромную металлическую капсулу, внутри которой на амортизаторах размещался, скажем так, металлический такой контейнер, блок из 4 уровней. Ну, в нем находились там различные пультовые, то есть системы жизнеобеспечения, там вот эти вот пульты управления. Объект строился на рубеже 80-х-90-х годов для взаимного сдерживания стратегических вооружений. Именно здесь должны были координироваться военные действия в случае нанесения ядерного удара по стране или ее объектам. Отсюда осуществлялся запуск, так грубо говоря, то есть вот из этого командного пункта. То есть этот объект, он выдерживал прямое попадание ядерной боеголовки. Сегодня дорогостоящий объект разграблен, растащен на металл. Лестница, которая вела вниз на 20 метров ниже уровня земли, спилена. Пройдет еще немного времени, уверен городской исследователь, и необычное подземное сооружение совсем исчезнет. Шахту из бетонных блоков либо разберут, либо просто засыпят. Сейчас бомбоубежище, которое раньше могло выдержать ядерный удар, превратилось лишь в красивую фотозону и не более. Хотя все же знают поговорку «Хочешь мира, готовься к войне». Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.